эфире прогноз погоды. Я Антонина Проценко. Здравствуйте. Августа – день малинника. В этот день полным ходом идет сбор лесной малины. Чуть позже я поделюсь своими знаниями об этом дне, а пока о погоде в Туле области на ближайшие сутки. В Алексине градусник термометра покажет плюс 13, плюс 23. В Ефремове – плюс 15, плюс 24. В Белеве – плюс 15, плюс 24. Но в Московске – плюс 14, плюс 23. По прогнозам, 16 августа температура в Туле будет колебаться от 14 до 23 градусов по Цельсию. Преимущественно ясно. Влажность воздуха составит 45-54%. Ветер северо-восточный до 4 метров в секунду. Возможны небольшие геомагнитные возмущения. Следите за здоровьем. Августа – день малинника. В народе этот день назывался малинником, так как в это время в лесах и садах было больше всего этой вкусной и полезной ягоды. В лесах можно было встретить медведя, известного как любителя сладкого. На сегодня у меня вся информация. Хорошей вам погоды и отличного настроения. С вами была Антонина Проценко. Увидимся с вами завтра в это же время.